Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня продолжим тему прямоугольной фигуры и разберемся, какие юбки и брюки подходят для этого типа. Прежде всего хочу сказать, что если у вас тип фигуры прямоугольный, вам очень повезло, даже несмотря на то, что у вас лишний вес. Тип фигуры прямоугольник наиболее любим современными модельерами, так как этому типу фигуры подходит практически все. Итак, юбка трапеция. Постепенно расширяясь к низу, она добавляет объем в бедрах и создает видимость тонкой талии. Однако, подбирая длину юбки, следует учитывать и особенность телосложения, и строение ног, конечно. Расклешенная юбка. Юбка солнце-клеш, полусолнце-клеш, Татьянка и другие модели увеличивают бедра и визуально делают талию тоньше. Юбка на запах тоже подходит для фигуры прямоугольник. Бедра увеличиваются за счет запахов, драпировок, и талия, соответственно, зрительно сужается. Юбки на кокетке. Прекрасный вариант, так как не акцентирует внимание на талии. Юбка-карандаш. При выборе юбки следует учитывать ткань, из которой она пошита. Желательно, чтобы это была плотная ткань. И если эта юбка будет не на поясе, а на подкройке. Ну и, конечно же, юбка со складками. Складки визуально вытягивают фигуру. Брюки прямые, слегка зауженные, слегка расклешенные. Укороченный вариант брюк лучше выбирать тем, у кого тонкие щиколотки. Брюки свободные в области бедер. Юбка-брюки. Даже несмотря на то, что у вас может быть лишний вес, трикотажные джоггеры могут прекрасно сидеть на вашей фигуре. Главное, чтобы был достаточно плотный трикотаж и чтобы модель не облегала вас в проблемных зонах. Спасибо, друзья, что вы были со мной. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите свое мнение. Всего хорошего вам!